друзья, я пародист из дома пародистов старой Башкирии, отец драконов и король андалов и первых людей. Я буророжденный из Енисейского моря. Поехали, друзья. Дракарис. Упс, спойлер. Всех приветствую, друзья. Всех приветствую, друзья. Всем приветствую, друзья, на канале Parody of the Games. И сегодняшний ролик мне бы хотел бы начать со слов спасибо Wilson.com за то, что ты выпускаешь видео, какой телефон покупать, какой не покупать, от которого надо избавляться, какой ноутбук купить, которого какой вообще не покупать. И в общем, продолжай в том же духе. Не обленивайся, Wilson, не обленивайся. И я начал твой ролик смотреть, когда было 200 тысяч подписчиков. Эх, блин, либо 200 тысяч подписчиков, капец, было бы нормально. 5 лет назад где-то. Вот, и в общем, сегодня я хотел купить MacBook, у меня было такое желание, такое, вот, все, сейчас куплю, потом видео сниму и буду как мажор себе. Ха! ГАИ! Я посмотрел, какой же могу купить в 2017 году. И я остановился на MacBook'е 2015 года. Он остался один в медиамаркете. И я такой думал, вот все, сейчас как бы куплю и так далее. Походил по всем магазинам, Restore, медиамаркет, потом Restore, ну это в Красноярске находится. И я, в общем, даже вообще нечего сказать, ничего такого. Да, MacBook сам по себе хорош, но я зашел в магазин e-discount.ru. Это вы найдете на ссылке, которую я оставлю в описании. Там скидка до 45%. И вот, в общем, если у меня будет 250 подписчиков, то я разыграю 500 рублей на единицу. Вот, и в общем, конфликтанты. И в общем, мои друзья из Edison, они мне посоветовали взять вот этот вот ноутбук. Да-да. Вот сейчас мы посмотрим. Это MCI. Gaming Series. Мощная штучка. Ну, если честно, я вообще не хотел покупать какие-то там игровые ноутбуки. Да, недорого, но в том-то и дело, то, что у меня как бы есть уже игровой ноутбук, даже не ноутбук, а консоль, PlayStation 4. Очень хорошая консоль. И, как говорится, мне просто нужен был производительный ноутбук. О, нифига. Так вот. Я просто хотел купить такой производительный ноутбук, потому что зачем покупать игровой ноутбук, когда у тебя есть PlayStation 4? Да, я понимаю то, что есть те люди, которые говорят, да ну лучше уж чем могу покупать, лучше взял такой игровой комп и все. Да, я согласен, но на MacBook'е как бы тоже можно играть, но там, во-первых, игры очень дорогие. Я смотрел там Mafia 2, вообще стоит 2500, чтобы поиграть на каком-то MacBook Pro. Некоторым нравится эта цена, некоторым не нравится эта цена, некоторым вообще вкусно играть на MacBook'е, когда есть консоль и вот. Да, согласен. И в общем, и я решил, куплю этот ноутбук,
себя вести. И через некоторое время я вам расскажу все прям досконально. Как он себя, что он из себя вообще представляет. Вот. И что еще могу сказать? Посмотрим, что в комплекте находится. Дальше. Так, здесь. Блок питания. На. 2, 4. Очень понятно. И там лежит вот такой блок. Адаптер. Так, это вот сюда. Дальше здесь работают документации, эти диски. Смотрим теперь эти Касперски. И вот так. И все вроде больше. Все, больше по сути ничего там больше не лежит. Вот. Так, это убирай. Да, тоже. Это убирай. Я такой человек, который любит все обратно класть, там, где лежал. Ну, не всегда, конечно, но иногда бывает. В общем, все, закрывай мощи. Здесь стоит GTX 1060. Ой, еще SSD диск на 256 гигабайт. Процессор Intel Core. Запускаем. Где-то вот здесь вот вроде кнопочка должна была быть. О, посмотри, как она загорелась. Ох, MCI. О, думаю, она меня тоже не подведет. Ну, все еще радует глаз. В общем, хороший компьютер. Я еще пока им не пользовался. Думаю, он будет мне служить верой и правдой. И скоро увидимся. Всем пока. Мне бы хотелось бы сказать своей маме большое спасибо, то, что она не пожалела денег. Купила мне мощный ноутбук и